В Малой Вишере продолжается строительство новой школы. По уровню комфорта учреждение встанет в один ряд с образовательными новостройками в Великом Новгороде. Также идут работы по подготовке площадки, где вскоре вырастет и новый Маловишерский садик. Сегодня ход реализации важных проектов оценили активисты общественного контроля Новгородской области и наша съемочная группа. Вот здесь будет спортзал. Это будет одноэтажная часть. Практически вот заказаны плиты. Доложат стены, положат плитоперекрытие, и уже тут приготовлен керамзит, и можно будет засыпать керамзитом, утеплять потолок, и эта часть будет готова. Вот дальше мы наблюдаем, там спортивная площадка, ядро так называемое. Фишкой школы будущего, именно такое ее и хотят видеть жители, станет настоящее футбольное поле и свой стадион. Помимо этого, здание строят по новой ступенчатой системе от 1 до 3 этажей, где одновременно смогут обучаться 550 детей. Заказчик уверяет, новая школа в Маловишере станет второй по техническому оснащению в регионе после Новгородской 36-й, построенной в микрорайоне Ивушки. На данный момент требования к детским садам и к школам достаточно высокие в части оснащения технологическим оборудованием, в части удобства, в части применения материалов и также систем безопасности. То есть это достаточно сложное, насыщенное инженерным оборудованием сооружение. Несмотря на то, что вроде бы размеры небольшие, но очень много всяческого оборудования. Необходимость строительства новой школы назрела уже давно, ведь школьникам приходилось учиться во вторую смену. Мест в школах райцентра на всех детей не хватало. Да и, честно говоря, имеющиеся здания уже находятся в предаварийном состоянии. Вторая причина стройки тоже касается безопасности. Новая школа находится в удобном для всех месте. К прежней же нужно было добираться, переходя железнодорожные пути, подвергаясь опасности. У нас вообще в городе 3 школы, да, они старые. Одна школа у нас вообще начало, наверное, века, 20 века, поэтому уже настолько устарела морально, устарела физически, и в старом помещении не добьешься таких условий. Вторым строящимся объектом стал детский сад. Похоже, уже есть в Маловишере, но одного нового и современного учреждения на всех опять же не хватает. Если же на первом объекте подрядчик скоро приступит к монтажным работам, то здесь все только начинается. Болотистая местность с трудом, но все же поддалась строителям. Конечно, в первое время было очень тяжело, потому что у нас, видите, тут вся глина, все прочее, но вырвались нормально. 2 новых объекта появятся в 2 новых развивающихся микрорайонах. Закончить строительство школы подрядчик обещает уже к концу этой осени. А вот срок сдачи детского сада пришлось немного перенести. Из Маловишеры Анна Кладникова, Петр Самусов. Новости. Новгородское областное телевидение.